На месте преступления были двое. Следы кроссовок Рибок, лабутены. И детектив, заканчивая смену, курил парламент, отрывая фильтр. Вот тут они сидели. Тут лежали. Он делал фото, освещая лампой. Она блондинка. С этим все понятно. У детектива было полчаса. На все про все. Определить, кто первый. Кто первый разлюбил? Того второго. 16 марта. В пол второго. Как ранее писал криминалист. По комнатам разбросаны вещи и пачки фотографий вроде с моря. Они там счастливы, их там снова двое. Она красивая, подумал детектив. И закурив последнюю из пачки, он понял, что он дело не раскроет. И виноваты там, похоже, двое. И намечается очередной висяк. Потом в отчете он напишет кратко. Они по сговору друг друга полюбили. Потом умышленно любовь свою убили. Теперь исчезли. Ищем. Как-то так.